представляете, насколько видеоблогеры зажрались? Гери крутые. Теперь по мусоркам роешь. Всем привет, с вами Гери. Вы знаете, как сегодня начался мой день. Это было, конечно, что-то. Было вот так. Ребят, короче, сейчас работала тревога пожарная. Что мы покинули, короче, помещение. Давай посмотрим, что там. Что? Не знаю, вроде ничего нет. Там есть люди? Не используйте лифты, короче. Никто не верит. Всем пофиг, короче. Может, нам не пофиг, и мы пойдем? Мы тоже уходим. Уходим? Окей, thank you. Сказал, что нет, все нормально, не волнуйтесь. Так, это первый раз такое вижу, чтобы на весь отель, короче, вот такая тревога. Точно все хорошо, я могу идти в душ. Все чисто, мы спасли это здание от пожара. Кира делает обложку. Сейчас сколько время? 7:30, они вообще издеваются. Мысли материализуются. Я думала, типа, о пожаре. Думаю, а если будет пожар, куда бежать? И когда вот это все произошло, я думаю, пипец. Может, в 2018 году то, что я говорю, все исполняется? Так. Можешь что-нибудь сказать крутое? Чтобы у Киры было 10 миллионов подписчиков. Сколько? 10 миллионов подписчиков. Это я, кстати, приготовилась уходить. В общем, вот так мы начали день, а сейчас мы опаздываем на съемку клипа, потому что мы снимаем клип, вот это мой новый стиль, чемодан, плюс вот эта штучка, и мы опаздываем, но сейчас мы ждем машину, которая подъедет сейчас ко мне, как в американских фильмах, знаете, вот так вот подают мне карету к отелю, а вот и моя тачка подъезжает. Так, внимание, фанат группы NSYNC, Джастин Тимберлейк. Привет. Везде, где я прохожу, я получаю капли. И вот мы продолжаем снимать клип в таких жестких условиях. Вот люди просто на коленках снимают. Сколько? 5 лет. Просите охранника вот этого сказать. А вот он и хочет попросить. Спроси. Охранника сказать. Я люблю канал Германа Черных. Ой, чего? Блин, просто я не хочу это снимать, я не хочу в этом участвовать, я хочу домой. Почему мне так страшно? Меня заставляют делать вещи, чтобы меня выгнали из страны. Ты... Че, барыга? Гера, ты еще и залез. Он сейчас... Вот, тебя сейчас точно заберут отсюда. Они заставляют меня нарушать закон. Ты нарушил закон. Вредно нарушать закон. Плохо. I'm from Russia, fuck. Маша, а ты будешь сниматься? Нет. Почему? Хочу. Ну как хочешь, завтра мне, если не будешь сниматься, завтра мне снимаешь еще один. Красава, дай пять. Хозяйственное мыло. Гер, у тебя есть хозяйственное мыло? Собой нашел хозяйственное мыло всегда. Эти как делишки. Эти. Когда человек сошел с ума. Ребята, в общем, вчера всю ночь украшали вот. Ну, правильно. Хорошо, что это, короче, не убрали еще, потому что могли убрать. Это круто, вообще нереально. Каждый день не поднимаю телефон. Вот так вот выкидывают айфоны 10 и просто так в мусорку. Представляете, насколько видеоблогеры зажрались? Фу. Ладно, это для клипа. Теперь по мусоркам роешь. Фу. На тебе мармеладку последнюю. Любишь мармеладку? Обожаю. Ты женскую? Конечно, так и знала. Мы сейчас едем в тачке. Будем ехать в тачке и с другой тачки снимать. Я в Майами. Два мустанга. Черный и желтый. Мы как в фильме «Форсаж». Просто моя братва. Мы сейчас ведем трансляцию. Сейчас мы ребятам покажем пляж. Эй, это Гарри каждый день. Мы сейчас идем на другую локацию снимать. А вот эти дурачки с нами идут. Вот они. Маша на красный идет. Совсем с ума сошла. О, да. Просят людей танцевать. Спортом. У нас где занимаются спортом? Нигде. Ну, во дворе. Пожалуйста, во дворе. Ну, тут двор такой вот. Двор, я бы здесь занималась. Это вообще прекрасно. Ну, как бы, Гера, ясно все с тобой. Мужики, они крутые. Это правда жизни, Гер, понимаешь?
Ир, твои новые друзья? Да, мои новые друзья. Where you from, bro? Alright. Yeah. Yeah, Russia getting money. Siege. Мы продолжаем снимать клип, осталось снять несколько кадров с коптера. На самом деле мы очень многим людям подходили, и это очень круто. Керри, каждый день. Я работаю как конь каждый день. Каждый день. Я песню эту написал до того, как я начал снимать видео каждый день. Но строчки там я работал как конь каждый день, каждый день. Ты получается экстрасенс. Ну я экстрасенс, да. И я еще думаю, что у меня будет скоро 5 миллионов подписчиков. Вот это я экстрасенс. Так что подписывайтесь на канал, если хотите получать от меня. Подарочки. Настроение. Настроение. И все. Все, мы сняли клип, это было круто. Скоро вы его увидите, надеюсь, скоро. Пока смотрим видео каждый день мои. Я немного устал. Да, мы встретили много-много это людей. Видно. У меня еще болит нога, короче, когда я запрыгнул девочкам на Louis Vuitton скутер. Да, наверное. Я прям так потянул, простите, попу. Да. Ну, верхнюю часть ноги. О май гадабл. У меня эмоций нет, потому что я устал. Мне очень нравится, сколько людей откликнулось на мое видео, на съемку видео. И сколько людей подписалось на меня сегодня, потому что каждый попросил мой инстаграм и ютуб канал. Теперь у меня американская аудитория, так что that's why I will speak English in my video. Sorry guys from Russia. Да нет, конечно, не настолько много американцев, но это было прикольно и приятно. Да, мне тоже на меня подписывались. На вас тоже подписывались, но на Маше, как я уже говорил, на Машином канале. А тут Гэри каждый день. У Маши тоже канал классный, если честно. Я респектую твоему каналу, это качественный классный контент. Мир, потому что ты их помогаешь снимать. У меня для вас офигенная новость. Я вчера вам не сказал, потому что я забыл. Но новость у меня такая. Сегодня я снимал клип, но вчера вышел клип у моей Мари Сен. Поздравляю тебя с клипом. Это был крутой клип. Я тоже, кстати, там был на съемках, ревновал очень сильно к Береничу. Тем не менее, получился очень крутой клип. Это реально клип профессиональный. Это не то, что клип, который снимают там русские блогеры. Это реально супер крутой клип. Начинающий, не начинающий, а профессиональный клип. И это реально круто, так что обязательно посмотрите клип «Джинсовая куртка». Мы, кстати, песню написали с Машей вдвоем, поэтому обязательно слушайте и смотрите этот невероятно крутой клип. Сейчас мы едем, наверное, в отель, тусоваться, потом на вечеринку, потом снимать еще один клип. Да, Маша? Нет. Завтра снимаем. Мы едем спать. Не-не-не-не-не. Нас уже, у нас много друзей стало в Майами. Из-за того, что мы снимали этот клип, у нас вот теперь куча Вернись друзей. Вернись направо на дорогу 5 TH-стрит. Вот одна из них, между прочим, она сидит там внизу. Не показывает. Она сидит у нас. Послушно. Очень устали. Так вот думаешь, да, типа, в России не очень снимать клипы, холодно. А тут жара, наоборот. И тут просто тебя размаривает. Все нормально. Лучше так, чем... Да заткнись. Ты только подружился со своей подружкой, уже заткнись. Сейчас с Герой есть одна мечта, о которой я хочу вам рассказать. Вот она. Я хочу в круиз вместе с Герой и с ребятами XO Life. Это, мне кажется, будет очень... XO Life, круиз. Вот, посмотрите, там даже наверху аквапарк даже есть. Это очень круто, там прям как маленький городок. Гер, я хочу. Ходи. Гер, я снимаю. Сегодня был большой-большой день. Сегодня я понял и осознал то, что надо жить на полную катушку. Две американки мне сказали, что я должен завести американский канал, потому что я очень классный. А еще мне многие говорят, что у меня клевый аутфит. Аутфит? Тату? Так, ты что там снимаешь? Там грязно. Тату, аутфит, борода. Нет бороды, потому что мы тут не в Блэкстаре. У нас лейбл все-таки XO Music. Мы находимся в Майами. Снимаем для XO Music песни. Юрка, уже язык просто убирает. Язык заплетается, но это не так важно. Потому что важно, знаете что? Важно это любить и ценить друг друга. Вот что важно. А то, что язык заплетается, ну это временное явление. Это так можно меня понимать. Например, 50 Cent, да? Вот он читает рэп. Он же там, он же вообще цепляет. Что-то не туда пошло. Гуф картавит. Не важно, у всех заплетается язык. Не туда пошло. Но главное, что человек, слышишь, всем моим Гэрисам я хочу сказать большое спасибо, потому что на сегодня на меня подписалось 11 тысяч человек на Ютубе. Ребят, по-моему, это очень хороший результат, и давайте дальше поднимем эту планочку до 15 тысяч подписчиков в день. И тогда мы сможем... Оператор хочет снимать потолок. Наверное, оператор живет на потолке. Сегодня мы сняли мне клип. Это было круто. Местные жители снялись в клипе. Еще пожар был. Все это был пожар сегодня. Каждый день что-то да происходит. Я даже не думал, что моя жизнь настолько насыщенная, что каждый день что-то интересное да происходит. Увидимся, наверное, уже завтра. Гэрис, и я буду спать. Между прочим, время всего лишь 8 часов, но я уже очень хочу спать. Я уже точно сейчас лягу. Сколько? Потому что мы встали в 5 утра. Чуть-чуть помонтирую и лягу
спать. И завтра с утра с новыми силами новый блог для моих любимых Гаррисов. Подпишитесь на канал, если вы не лох. Всем спокойной ночи. Yeah, set me free and give me death. There ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices.